Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по буксу Earn Free Centus, где нам дают возможность абсолютно без вложений зарабатывать денежку. Сегодня я хочу сделать очередной вывод. Мне друзья в комментариях написали, что в этом буксе без вложений, чтобы сделать вывод на стандарте, абсолютно без вложений, нужно набрать 100 кликов. Вот. И мне написала девушка, как я вывожу тогда денежку. Вот. Но мне все так или иначе уже набрано 100 кликов. Дело в том, что я, когда здесь зарегистрировалась, я сделала апгрейд. Купила членство за $1. Вот. Я не афишировала об этом, не говорила то, что я сделала, так как если бы букс скоманулся, вы бы ничего не потеряли без вложений. Ну и то, что я бы потеряла $1, также никто бы об этом не узнал. Так как букс без вложений, значит, работайте без вложений. Это мои денежные средства, и я решаю, делать мне апгрейд или нет. И спросила, что дает апгрейд. Вот здесь вкладочка, обратите, слева шапка. Апгрейд. Кликайте. Вот здесь значок. Кликайте на этот значок. Перевести на русский язык. Вот у меня за $1 куплен апгрейд. Завтра он, у меня сегодня вот последний день апгрейда. Значит, на 15 дней. Что он дает? Стандартные просмотры. Вот, без вложений 0.01 цент. Здесь уже 1.5 цента. Ну и так далее. И смотрите, что он дает. Увеличивает доход. Я никого не призываю вкладывать. Ради бога, работайте без вложений. Своей активностью 100 кликов можно сделать. Я не знаю, потому что если вкладывать свои деньги, это своего рода инвестиции. Я уже вам сказала то, что я рискую своими денежными средствами. У меня копеечка, нужно обязательно оставлять на форуме вывод. Иначе нам не дадут вывести денежные средства. Так, кликаю вывод. Все. Давайте пойдем история вывода. Комплект. Идем вот 31.07 сегодня. 0.83 цента выведено. Так, где у меня Pair? Я перезагружаю страничку. Как мы видим здесь, я тут денежку вкладывала. Какой проект? А, на рекламу я вкладывала. И вот 31 июля с учетом комиссии плюс 0.82 цента. Так, перевод выполнен 31 июля. Так, 0.82 цента. Earn Free Centus. Значит, что мы, я делаю? Копирую вот это. Копирую. Это что у меня? Это у меня уже... Сейчас посмотрю. Третий вывод. Так, третий. Иду на форум. Если я не опубликую, мне не дадут вывести. Следующий вывод. Далее показываю новый пост. Значит, сюда вставляю. Я не переводила, не знаю, как отобразится. Далее здесь вот эту циферку 2 я стираю, ставлю 3. Как бы это заголовье, заглавие, то есть... Опять стираю 3 и отправляю. Все. Сейчас посмотрим, как... Да, вот. Мой логин видим. Флаг российский. Дата операции. Все корректно. Как бы здесь можно понять, да, на английском языке. Earn Free Centus. Все. Сразу за память уж опубликовать. И... чтобы потом уже преспокойно работать. Далее что?
Я, у меня вот сегодня последний день, вот написан. 100 кликов у меня уже есть. И я попробую уже без вложений, как мне дадут вывести денежку. Что мне напишут? Без вложений уже. Как бы протестировать это все. Вот. Так, и того у меня заработано. А, доллар 90 центов. Я заработала за 15 дней. Значит, и что? Иду, знаете, куда я иду? Сейчас. Господи. Где мне посмотреть? Так. Ага, вот. Выводы. Июль 31. Мой логин. 0.83 цента. Знаете что? Здесь больше 1 доллара не вывести. У меня было на балансе доллар, не помню, доллар 40 или как. Как-то так. У меня вывелся предыдущий ровно доллар. С учетом комиссии. Как бы. Так. С учетом комиссии вывод. Я вот выводила. 28 числа я выводила денежку. Доллар. И вот с учетом комиссии 95 центов. Больше доллара здесь вывести как бы... Ну, лимит такой вот у них. Значит. Ну и сегодня вот 31-го 83 цента я вывела. Ну, в принципе, букс неплохой. Дай бог будет работать и работать. Вот, посмотрим. И вот меня интересует, как он будет без вложений. Если мне сказали, нужно 100 кликов набрать, посмотрим. Вот, всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!